Хорошо, мы сейчас, вы остаетесь со мной здесь, в комнате диагностики, а Вера сходит и возьмет вашего сына, младшего, и мы начнем работать тогда с ним, в вашем присутствии. Итак, Верочка, я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2013 года. Да, я его нашла, он ждет нас. Отлично, снимаются все маски и голограммы, фантом предстоит в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Святослав выходит из биоробота. Тонкая копия его вышла. Отлично. Хорошо, защищаем физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Святослава в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Святослава поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Да, мы здесь. Хорошо, Святослав, мы приветствуем тебя. Спрашиваем мамы разрешение, и у тебя готов ли ты пройти диагностику и доверить нам свое биополе на период сеанса? Он говорит, мама, какая ты красивая. Он приветствует тоже всех, мама дает согласие. Отлично. И я даю команду. На счет три сканер начинает сканировать пространство над головой Святослава, под ногами ключики, энергии воздействия притягивается в клетку тюрьмы и становится заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Святослава, находит все. Черт выскочил сразу. Черт из квартиры. Нет, это опять же демон управляет через черт. А, хорошо, значит, черт к демону относится. Хорошо. У него гуманоид. Вот так вот. И спрут. То и не спрут, арахнует. Арахнует. Гуманоид, откуда ты? Сириус. Сириус. Ловец душ? Да. Хорошо. Вера, у нас три канала получается, да? У нас арахноид. Гуманоид. Гуманоид. И черт. И вот этот демон, он через черта. Включен к нему. Понял. Ну, это понятно, да. И у гуманоида конструкция. Как долго ты находишься в биополе ребенка? Гуманоид? 3 года. Черт, как долго ты находишься? Рождение. И арахноид? Несколько месяцев, 6. Где зашел в квартире арахноид? Да. Хорошо, Татьяна, мы обращаем ваше внимание, у вас в квартире куча порталов. Там живут сущности, и нужно будет обязательно вам квартиру почистить, потому что даже если вы чистые, но находитесь в грязном месте, вы еще не настолько сильна в начале, чтобы себя защитить и свое место, его надо будет почистить. Примите это к сведению. Хорошо. Так, переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Святослава спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Выстраиваются каналы, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Святославу. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Обращаюсь к присутствующим, кто был ответственен за то, что ребенок постоянно плакал, за его психическое и психологическое состояние. Кто был ответственен? Черт. Черт. Но демон через черта. Понятно. Значит, ты вызывал у него постоянные эти страхи,
когда он не мог успокоиться, постоянно он эти... видел. Он видел все. Ребенок. Ребенок его видел? Его видел, и в маме кто видел, он все видел. А, Святослав, ты страшно можешь видеть? Страшно было, во-первых. Во-вторых, да. А вот демон говорит, что в доме там очень много энергии вот этого вампира. И мама забирала энергию через, вернее, вампир через маму. Мамина сущность, как ангела, была полностью подавлена, и они забирали через страх, забирали энергии. Арахно, у всех, кто жил, и, соответственно, там осталась эта энергия, везде витает. Понятно. Арахноид, у тебя есть там тоже родственники в квартире? Нет, он в ней полностью. Хорошо. Я открываю, значит, три портала против часовой стрелки в квартиру Святослава и Татьяны. 1, 2, 3. И на 4 вся энергия, которая находится на чистоте этого вампира, выходит мощнейшим потоком и летит в клетку, тюрьму, формируется в шар. Все, до последнего микрона все чужеродные низковибрационные энергии вылетают из квартиры и несутся в клетку, тюрьму по этому каналу. Да, будет так, а так и есть. В клетке серой энергии. Большой шар? Большой. Демон забираешь? Да, он забирает, портал закроет. Закрывая портал, 1, 2, 3, отправляя шар демону. Хорошо, поехали дальше. Устанавливаются фильтры золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Святослав забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Святослав себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И снимаю эту конструкцию. 1, 2, 3. Идет в клетку, тюрьму. На клетке. Хорошо, выстраиваю канал к этой конструкции. И забирая реверсом всю чистую светлую божественную энергию, частицы ДНК возвращаются к нему по праву. Усиливаю потоки. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо. Так, переходим к процедуре вытаскивания. Черт, выходи, вытаскивай. Снимай все, что я оставил в его биополе. Докладывая о готовности к проверке. Проверка будет проведена 2 миллионами герц. Если что-то забудешь, сгоришь в клетке за 1 секунду. Приступай. Что он делает, Вера? Он развязывает с него. Он как в коконе. Какое действие на физическом плане? Как он это ощущал? Черт, этот кокон. Задыхался. Вот это когда он плакал и он задыхался, это истерил. От этого? Истерил. Истерил. Это было от этого кокона, да? Да. Ничего себе. Удивлен, что черт может такие вещи делать. Демон делает. Через черта, понятно. Я тоже удивился, если бы он такой кокон сделал. Сам. Они с гуманоидом делили душу. Демон? С да. Гуманоидом? Угу. Да ты что? Ну, гуманоид, ты попал сегодня. Ты сегодня назад точно не уйдешь. Вот ты уж точно нарушил все законы мироздания. У демона еще есть отговорка. У тебя никакого контракта ни с кем нет. Черт снялся. Хорошо. Так, гуманоиду выходить не надо, он может вытащить все, что осталось на его чистоте, находясь в клетке. Приступай. Забрал. Хорошо. Так, выходит арахноид, вытаскивает все, что осталось на его чистоте, паутину, жидкость, все. И докладывает о готовности к проверке. Приступай. Ему неуютно было, он показывает, что он крутится на голове. Не может устроиться. Ну, найдешь себе новое место для устраивания. Снялся. Хорошо. Так, провожу проверку. Даю сканеру команду на контрольную проверку. 1, 2, 3. Все малейшие наночастицы уничтожаются на месте. Его чисто все. Хорошо. И я даю команду, значит, 3. Начинается рассинхронизация Святослава с энергией черта, демона. Пошла рассинхронизация. 3, а значит, арахноид, он не синхронизирован, так как он мало времени. 1 месяц, сидит. Да. 6 месяцев. Этот. А значит, гуманоид, он когда забирал, он рассинхронизировался, потому что он такую, как сетку с него вынес, энергетическую. Да. А демон, он
с чертом не может рассинхронизироваться, пока есть контракт. Вот как хорошо. Так, тогда сделаем следующее. Арахноид нам уже, в принципе, он прошел проверку. Я могу его отпускать. Арахноид, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Хорошо, поехали по частотам. Гуманоид с чертом остается в клетке. Переходим на частоту магического воздействия. Если таково, если было, оно проявляется. Красным цветом, ты видишь его четко, ясно. Но магии там нет конкретной. Да. Есть фантом Лехи. Фантом Лехи, хорошо. Но магии нет. Значит, три. Выходит фантом Лехи. 1, 2, 3. Да. Открывается внизу портал. Галактический дрон улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Поехали дальше. Переходим на частоту лярвы. Если таковые есть, проявляется. На лице есть лярва. И я даю команду, значит, три лярва безболезненно сейчас выходит из биополя Святослава. 1, 2, 3. И зависает в воздухе. У него есть на горле что-то. Все лярвы, значит, три выходят и зависают в воздухе перед Святославом. 1, 2, 3. Безболезненно выходят. Как наросты выходят. Да, готово. И я выстраиваю, Святослава, канал к этим лярвам. И на счет три даю команду на реверс. Если хоть частица светлой энергии осталась в лярвах, она возвращается назад. 1, 2, 3. Пошла энергия назад. Но из них возвращается энергия человечности. Вот. Это боль и страх. В общем, эти наросты горла и вот ниже. Трахея, вот слово идет. В общем, от страха, что он их видел, он плакал. Понятно. Очень сильно, не мог дышать. И вот образовались эти лярвы. Все, да, как наросты такие по трахее. И возвращаем лярвам назад весь этот страх. И забираем все чистое и светлое, весь биоматериал. Слава возвращается к нему. Ребенок смеется, говорит, да, накажи их. Хорошо, Святослав, так и сделаем. Готово. Большой шар. Как мяч. Демон забираешь? Да. Отправляю демону. Я смотрю, ты там за весь сеанс поправишься реально. Мне надо энергии находиться здесь. Ну, понятно, я понимаю, конечно, хорошо. Подпитывай меня. Ну, я тебе все отдаю, как ты видишь. Все темное, что я нахожу. Если ты можешь мне сам подсказывать, если ты где-то что-то видишь, чтобы мы быстрее закончили, понимаешь? Сейчас мы ребенка почистим, после этого мы возьмем старшего брата, там будет больше. Говорят, что это не в моих интересах разрывать контракты. Я понимаю. Ну, тогда ты будешь вынужден находиться здесь. Так что у тебя он есть вот рядом, стоит с тобой с гирями, у тебя с ним контракт, поэтому все остальное это моя работа. У меня не с ним контракт. С его прадедом. С его прадедом. А что за контрактом был? Можно у тебя спросить? Мы в принципе... Копай. Ну ладно, хорошо, поехали дальше. Я тебе сразу могу сказать, что он род свой завещал, правильно? По мужской линии. До какого колена? 7-го? Да. Ну вот видишь, и зачем мне читать контракт? Я его просто знаю. Все, поехали дальше. Призвал нас на свою работу. А что он делал? Что он, вернее, что он просил у вас? Деньги, славу, власть? Силу. Деньги? Силу. Силу. Хорошо, он ее получил? Получил. Теперь долг отдает. А, понятно. Когда это было, в каком году? Ты меня заставляешь копаться в истории. Мне надо знать, когда был заключен контракт. Мне нужен год. Вера, если можешь, сама считай информацию. Мне кажется, больше 200 лет, да? Это 800. 54? Нет, больше. Что-то около 80-х, 72-й, что ли. 1872 год. Хорошо, все, демон. У меня больше пока вопросов нет. Я работаю, если что-то найду, я тебе отдам. Поэтому тут мы договорились. Поехали. И переходим к аннулированию контрактов и договоров.
по закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями. Святослав должен взять ответственность за свою жизнь. Мама берет ответственность за его жизнь. И вместе со Святославом выражает это намерение. Они готовы это сделать? Да, готовы. Я говорю вслух, а тонкая копия Святослава повторяет за мной. К соглашениям, контрактам и договорам. Выходят договора? Ну, вышли договоры. Демонический контракт подсвечивается красным цветом. Знаешь, он как лестница. Как книга толстая, потом тоньше, тоньше и тоньше. То есть он четвертое колено, и вот эта вот книга, она толстая, красная. Дальше идет. Понятно, видимо, хорошо. Отец. Дед и прадед, что ли. Да, так и есть. Ну, еще у него брат есть, правильно? Ну, вот они у него так выглядят. Сейчас это... вот эта книга его горит. Прадед потух уже. Отменно. Хорошо. Я говорю вслух. А тонкая копия Святослава и его мамы пусть повторяет за мной. Энергиями. Один, два, три. Пошел возврат энергии, если такова есть. Ну, смотри, возврат энергии пошел. Да. Все, что он может свои договора разорвать. То есть... аннулировать. Его, да, его отец останется с договором. Конечно. Он не является предметом нашей работы. Надо, чтобы ребенок был чистый. Хорошо. Я говорю вслух, а его тонкая копия пусть повторяет за мной. Аннулированный и улетает в галактическое ядро. Да, будет так, и так и есть. Готово. И еще раз, это аннулирован только его договора, так как он выразил свою волю. А он и является нашим. И намерение. Мы только его и чистим. Я имею в виду, чтобы он знал, что этот контракт, он продолжается, он может перепрыгнуть это колено и идти дальше, пока не будет уничтожен самый первый подписанный контракт. У ребенка намерение и воли был уничтожен его причастность к этому контракту, скажем так. У Святослава. Я понял. Хорошо. Готов. Хорошо. Переходим, манифест ему не нужен, он еще рано ему. Переходим к эмоциональному фантому. Выходит эмоциональный фантом. Ревности, агрессии. Все это низковибрационное, им же сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Его много вышло. И все эти энергии я сматываю в шар. 1, 2, 3. Готово. Демон забираешь? Да, поживиться хочу. Отправляю демону. Хорошо. Все, давай закачаем его энергиями. Подсоедини тонкую копию к источнику высоковибрационной чистой энергии, который Святослав получает во время сна. Запроси себя поле, сколько ему энергии необходимо и какая частота вибрации. Демон говорит, детские страхи, это очень вкусно. Для тебя, да. 150. 150 и? 17. И на счет 3 в макушку головы. Святослава начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 150% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета поступают. Усиливаются потоки. Частота вибрации поднимается до 17 Гц. Пошел подъем. Он говорит, я так люблю мои энергии. Говорит, я всю жизнь за них борюсь. Ты победил, Святослав. Всех вывели, сейчас ты энергиями заправляешься, и ничего тебе уже не будет мешать. Он хочет передать своему физическому телу. Мы это передадим. Что у физического тела осталось много привычек на определенные реакции. Физическое тело должно научиться контролировать эти привычки. Понятно, Святослав. Надо развиваться. Ты должен переосмыслить свои реакции, если ты вдруг будешь попадать в такие ситуации, в которые ты обычно плакал. Ты просто в этот раз не будешь плакать, а поступишь по-другому. Что я это уже понял. Замечательно. Хорошо. У тебя получится все. Готово. Хорошо. Так, синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. И на счет 3 запускаем процесс активации. Пошел процесс.
Говорит, что я чувствую, как энергия циркулирует. Это так приятно. Я живой. Конечно, ты живой. Готова. Он говорит, что Меркаба мой друг. Готова. Абсолютно верно. Пусть тонкая копия света слава вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 300. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Святослава до значения 300 Гц. Пошел подъем. Готов. Отлично, мы закончили. Святослав, как ты себя чувствуешь? Говорит, что я чувствую хорошо, но мне нужно сейчас гармонизироваться с физическим телом. Мы сейчас тебе поможем и передадим все эти энергии. Хорошо, сейчас мама остается у нас еще в комнате диагностики. Мы вернем Святослава, а потом придем за мамой и вернем ее в ее биополе. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Святослава в систему биоробот душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И на счет три все энергии, которые получила тонкое тело Святослава, на счет три передаются на физический план. Один, два, три. Пошла синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии передаются на физический план. Да, будет так, и так и есть. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Да, я на месте. Хорошо, Татьяна, будем возвращать вас назад, ваш биоробот. Благодарит нас. Во благо. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. На счет три все энергии, полученные тонким телом, передаются на физический план биороботу. Один, два, три. Пошла синхронизация. Она синхронизируется, у нее энергии по чакрам проходят, закрепляется, и слово ей идет «проснись». Хорошо. В контексте того, что она должна... себя начать понимать свою силу, своих энергий, понимать, что она может защищать детей, закрывать крыльями. И у нее очень большая сила, именно ангельская сила, которую она может развивать и как оружие применять. То есть она может... Она, ну, вот и показывает, она как вспыхивает. Вот у тебя от нее идут вот эти вибрации, она отгоняет от себя всех. Хорошо. Отлично. Готово. И отключайся от Татьяны и перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Я на месте.